И вы на канале Золотой Пегас. Окей. И Андрей... математик. Андрей супергерой. У него канал. И сегодня... Я математик. И мы сегодня записываем... Челлендж! Милк челлендж. И давайте приступать. Андрей, давай. Стой. Давай. Не хочу на этом. Нет, ну, Андрей, так нечестно. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Четвертое. Можно только. Натами. Ну, все. Я проиграла. Давай. Брать. Что это? Ну, я то. Да, я попробую. А это? Да, это молоко. Просто молоко без добавок? Да. Ну, открывайте и показывайте. Хватит пить уже. Так, да. Я уверена, потому что вкус это точно молоко. Что я каждый вечер пью молоко, и, ну, это не может быть дорогой вкус. Это могут... Да! Тёма! Да, молоко Тёма. Да, я попью. Пусть она ещё будет пить. Итак, оба угадали. Давайте следующее. Катя выбирает. Вот это. А потом я. Не молоко. Катя думает, что это не молоко. Что думает Андрей? Что это за напиток? А? Без добавок? Да. Молоко без добавок? Ну, давайте открывать. Я точно угадала. Я точно-точно угадала. Ой-ой-ой. Правильно. Что-то ладно так. Ой-ой-ой. Чуть-чуть у нас пролилось. Молоко. Но это не молоко. Все правильно, Катя угадала. Это не молоко. У нас пролилось. И это очко достается Кате. У нас берем следующее молоко. Эй, я же выбираю, Леш, я же выбираю. Так, что можно? Наверное, попробую чокнуть. Не знаю, какой-то коктейль. Дай попробую. Дай. Наверное, какой-то черничный. Что? Да. Черничный? Нет, мои черничные любят. Давай какой-то один вариант, хорошо? Малина. Какой вариант, Андрюша, твой? У меня малина. 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 Андрей, ты что думаешь? Я думаю, что это ежевика. Что это? Ежевика. Ежевика. Хорошо, открываем. Сейчас нужно постараться не полить. А потом я... Да. Так. Никто не угадал. Угу. Это у нас... На самом деле это ванильное мороженое. Ваниль было не похоже. Андрюш, теперь твоя очередь выбирать. Вот это порвок. Ну, доставай, пей. Пробуй. Что ты сидишь? Выбрал? Пробуй. Давай. Что там? Что? Ужасно. Нужно угадать вкус точно. Не какой-то коктейль. Это не ответ. Просто молоко. Катя, ты что думаешь? Коктейлем, наверное, с мороженым. Хорошо, коктейль с мороженым. Открываем, смотрим. Не, ну что-то... Это не молоко с ванилью. А на самом деле это не молоко с ванилью. Уже два напитка, никто не угадал. Ставим в сторону. Выбирает Катя. Так, что мне нужно выбрать? А попробуй. Шоколадное молоко. Это вот точно. Вот это Андрюш, точно. Ты пробуешь, угадываешь? Шоколадное молоко, это точно. Потому что цвет черный. Сюда, я думаю. Это... Шоколадное молоко, проверяем. Ну это точно шоколадное. И да. Вот оно шоколадненькое. Молочко. Покажите. Да! Все правильно. Оба угадали. Да, шоколадное молоко. Чу-чу, да я попью.
Вот мы все вытерли, и давайте начинать. А я вот это пошла. Давай, Миш, пробуй, что это? Тубрито. Клубничное молоко. Так, мой бренд. Да, это клубничное молоко. Точно, так же. Это клубничное молоко. Вот точно вам скажу. Потому что ну, на вкус клубника. Мой бренд. И да, сейчас да! Это чудо и клубника. Да, я там победил. Вот. И в этом раунде мы победили. Давайте начинать следующий раунд. Что это? Кури. Не знаю. Не знаешь? Потом еще попробуем. Ванильный, ванильное, наверное, ванильное молоко. Пробуй. Давай, сейчас я еще раз попробую. Наверное, ванильное молоко с крепом или такое же не молоко. Ну, сейчас проверим. У меня два варианта, потому что... Тубито! Я не угадала, это белый шоколад. Рано, но вкус был. Итак, три коктейля у нас никто не угадал. Вот они. Выбираем дальше. Угу. Какой следующий коктейль вы пробуете? Андрюш, твоя очередь. Выбирай. Что это? Клубника. Так, Андрюш, я думаю, что клубничка. Катя. На это. Непонятно. Вкус. Ну, тем не менее, нужно назвать. Ванильная тоже. Катя думает, что ванильная, Андрюша думает, что клубничная. Проверяем. Вот, наверное, никто не взял. Это банан карамель. Никто не угадал. Никто не угадал. Ставим вот сюда. И четыре молока уже у нас никто не угадал. Хорошо, выбираем следующее. Андрюш, я же, по-моему, должен выбрать. Или нет? Я думаю, это не важно. Ну? Не знаю. Не знаешь, но нужно дать вариант. Так, наверное, вот эти все. Подумай. Там вот эти все. Ваниль. Катя думает, что это ваниль. Андрей, ты будешь давать предположение, что это? Скажи, что хочешь. Попробуй дать свой вариант. Вот эти все. Вкусы. Такого коктейля не бывает. Бывает. Нет, а нужно назвать конкретный вкус. Я не хочу. Не хочешь? Хорошо. Этого. Значит, если ты не угадаешь, если Катя угадает, очко засчитается ей, но не тебе. Это да, ваниль! Вот, еще одно очко у Кати. Так сколько? Итак, у Кати уже 5 правильных ответов. А Андрея он... всего 3. Давай, пробуй. У нас осталось 2 коктейля. Один. Если сейчас Андрей 2 коктейля угадает, то будет ничья. Какой вкус? Не знаю. Та-та-та-та. Давай, попробуем. Что я думаю, то верю. Да, наверное, молоко с белым шоколадом. И соленым. С белым? Нет. Не знаю. Давайте открывать и проверять. Сейчас я не знаю. Никто не угадал. Это у нас карамель. Да, я... Карамельная ириска. Вот это да, вот это вкус. И остался последний коктейль. Только не говори вот так. Что это? Не знаю. Не знаю. Это сладкое. Каша, да, сладкая? Да. Катя, что думает? Это? Каша сладкая. Сладкая каша. Ну, проверяем. Пирамид. Может, это правда каша? Да. Бывает такой вкус? Не знаю. Слушай, как-то... Это не молоко? Никто у нас не угадал. Это у нас не молоко. Ну, можно сказать, что вы угадали, потому что это овсяное классическое не молоко.
Да, со вкусом овсяной каши. Ну, давайте засчитаем. Необычный вкус, да? Итак, 6 видов молока мы угадали, а 5 видов молока не угадал никто. Алёша тут уже начал пить. Ребята, попробуйте вкусы молока, которые никто не угадал. Да. Вам знакомы такие вкусы? Их можно угадать? Напишите в комментариях. Да. И обязательно их попробуйте. Пока-пока.